Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня с вами у нас покупки из магазина Fix Price. Кто не знает, покупки я совершаю в городе Челябинск. Сегодня я была на Академика Королева 10. Мне, честно, всегда я вот об этом говорю, но это для тех, кто в Челябинске живет. Мне больше нравится на Академика Королева, потому что я еще хожу на Чичерина 37, но там как-то всегда либо с запозданием товар выкладывается, либо его там совсем не бывает. В общем, не знаю, чем там они руководствуются, но, в общем, как-то так. И первое, что я купила, это будут вот такие вот батарейки пальчиковые. Они идут алкалиновые, стоят они 55 рублей, в комплекте 4 штуки. Как мы знаем, в Fix Price есть еще пальчиковые батарейки, вот такие вот. Хочу показать их вам, они тоже 55 рублей стоят, но здесь их 10 штук. Но вот, эти солевые идут, а эти алкалиновые идут, они немножко дольше там держат, так сказать, заряд, или как это называется, ну, в общем, вы меня поняли. Я решила взять такие, сейчас покажу для чего, в общем, ну, вообще, в принципе, как бы батарейки пальчиковые, они всегда нужны. В общем, как мы знаем, Fix Price завалила просто-таки, завалила уже новогодними всякими товарами. Конечно, еще впереди Хэллоуин есть, но я этот праздник не отмечаю, но тыковку все равно купила себе. Для Хэллоуина тоже просто вот там огромная масса, огромное множество товаров, но также появились новогодние товары. Я прошу прощения за свой голос, я опять где-то простыла, вот снимаю с конфеткой мятной, потому что тяжело очень говорить, так что не обращайте внимания. Но поделиться своими покупочками с вами я хочу. В общем, много новогодних елочных шариков, просто масса. Но я думаю, будет еще всякие наклейки. Появились маркеры на, вот, писать на стекле, то есть какие-то картинки рисовать. Ну, в общем, много-много-много. Также появились копилки в форме мышки, так как у нас 2020 год, это год мышки. И какие-то такие маленькие, светящиеся, как кристальные такие фигурки, они светятся. В общем, ладно, я купила вот такие вот, такую вот гирлянду. Цвет гирлянды идет у нас теплый белый. Гирлянда новогодняя, 2 метра она у нас идет. В комплект нужно две батарейки АА. В комплект они, в смысле, не входят. Длина 200 сантиметров. Да что такое? Количество ламп 12 LED. Сейчас вставлю батарейки, посмотрим. Есть разные цвета, но я выбрала именно такие. Я люблю такие цвета пастельных тонов. Давно я хотела такие шарики. Я их видела в другом магазине. И они там стоят гораздо дороже. Около 500 рублей, вот честно. А эти наши шарики стоят 199 рублей. Снежное кружево. Я считаю, что это недорого. Также есть инструктейшн. Что, как, куда вставлять. Ну и сейчас попробую я вставить батарейку. Единственное, мне не нравятся вот такие вот эти вот штуки, я уже ломала. Ну нет, здесь все легко открылось, она просто сдвигается. И давайте, я купила батарейки, ой, думала, у меня нет дома батареек, оказалось, что батарейки у меня дома есть. Ну вот эта вот конструкция, мне кажется, какая-то хлипенькая, хотя у меня есть гирлянда тоже из Fix Price с такими штуками. Так, ладно, сейчас главное закрыть же, ё-моё, Яна, закрывай, не тупи. Так, сейчас все в процессе. Ну, конечно, в темноте бы это смотрелось гораздо круче. Там обычный прозрачный шарик и обтянутый такими вот ниточками. Мне кажется, в принципе, это даже можно при желании сделать самим, но не все могут это сделать сами. И я не знаю, куда я буду использовать. Возможно, буду использовать для фона, для каких-то своих болтологических видео, но согласитесь, штука прикольная. Так, дальше я купила вот такие вот книги. Это прописи. Сейчас поскреплю немножко, простите. Не знаю, так как у меня Ева идет в школу на следующий год, я покупаю периодами какие-то ей книжки, но иногда они просто лежат. Пропись, тренажер, подготовка ребенка к школе, задание для развития внимания, памяти и мышления, развития речи, навыков счета, ищения, игры, тесты. Автор Макеева. Не знаю такого автора, но там огромное множество этих прописей разных, разнообразных. Я уже какую-то покупала.
Не знаю, тут вот задание, видите, я буду так показывать немножко. Сколько ежей спряталось на рисунке? Введи их всех карандашом. Дорисуй половину рисунка. Ну, такие типа графические диктанты, да? Они сейчас в садике это делают. Вот она ходит у меня там в садике на школу первого класса. Что-то примерно они делают. Ну, в общем, много разного. Я считаю, что очень даже интересно. А ценник у этой книжки 51 или 55 рублей. Я точно не помню. Есть по английскому языку такая вот пропись. Ну, не такая вообще по английскому. Счет там, ну, в общем, там много-много разного всего. Здесь вот идет, мне кажется, такое больше логическое мышление. Я уж не буду все показывать. Я считаю, что это очень выгодно. Дальше такая вот пропись. Тренируем пальчики. Пропись с повышающимся уровнем сложности. Пропись для развития мелкой моторики. Соедини по точкам. Ну, мне кажется, это легко тут. Нарисую на одном дереве яблоки, на другом груши. 6+. Я думала, для более младших детей. Оказывается, это для 6+. Мне кажется, это эти более несложные задания. 6+ идут. Ну, в общем, видите, да? Я думала, это для более маленьких деточек. Так. Ну, вот примерно то же самое, лабиринты всякие. Ну, в общем, вы поняли, да? Пазлы есть. Такие прописи, такие. И еще одну, которую я взяла, это со счетом она идет. Это у нас примеры на сложные вычитания. Хотел сказать, на сложение вычитания, текстовые задачи, математические прописи. Лев. Они все, да, наверное, идут 6+. Ну-ка, первая, сейчас посмотрю быстренько. Да, и первая тоже идет 6+. Единички тут рисовать. Я надеюсь, видно, я что-то сама сижу, эти прописи смотрю, в экранчик не смотрю, что я вам там показываю. Ну, вот как называются геометрические фигуры? А число и цифра 5. Раскрасить связными карандашами по номерам. Ну, такие раскраски мы тоже раскрашиваем. Сколько рыбок у котят? Ну, это вообще, мне кажется, легко. Как вы считаете, для 6-летки? Ну, не все может быть, но какие-то задания, мне кажется, очень даже легкие. Найдите и посчитайте сов, изображенных на рисунке. Это мне сейчас... Ну так, с высоты моих лет кажется, что это просто для 6 лет это будет сложно, но мне кажется, что это будет несложно. Ну вот, примеры тут есть. Так, шарики мне эти мешают. Опять вот эти вот розетки с лампочками. Вот тут какие-то. Реши примеры, выпущу пропущенные цифры. Ну, в общем, будем заниматься. Я считаю, что... Что-то на полвидео, мне кажется, показывают прописи. Хорошая вещь. Дальше по 55 рублей. Дальше я купила вот такой вот альбом Sweet Home. Альбом для рисования, 24 листа. Но я думаю, кто меня постоянно смотрит, тот понимает, почему я именно такой альбом взяла. Потому что здесь нарисована кошка. Ева мне очень любит кошек. А стоит он всего 27,50. Вообще считаю, в фиксе очень выгодно покупать альбомы, тетради там. Ну и блокнот, в принципе, тоже. Блокнот такой... Ой, блокнот... Альбом хороший, листы, кстати, не тонкие, плотные, мне очень нравится. Всего 27,50, здесь 24 листа. Ну и картинка такая в пастельных тонах и крыса на весь альбом, классно. Далее я купила себе книгу, я не могла пройти. Я всегда смотрю, какие же книги там продают, в этот раз я увидела Сару Джио. Долго стояла, вспоминала, есть у меня дома такая книга или нет, мне кажется, что нет. Я просто читаю Сару Джио. Это одна из, по-моему, первых ее книг. Я вот уже прочитала «Ежевичная зима», «Фиалки в марте». Вот такие у меня есть книги. И я увидела «Утреннее сияние». Думаю, надо брать. 77 рублей. Я на лабиринте себе Сару Джио заказывала. Тоже в мягкой обложке. За 150 или за 135 рублей. А здесь 77. 77. Очень интересно пишет. Мне нравится. Вот можете почитать, о чем будет книга. У нее, знаете, такие сюжеты
захватывающие, я бы так сказала, интересные такие. Какая-то там интрига держится вот просто всю книгу до самого конца. Вот. Ну, в общем, кто читал Сару Джоу, пишите. Мне нравится, как этот автор пишет. Дальше, что я купила? Это тоже новогоднее. Вот такая вот кружечка. Есть такие синего цвета. И есть такие, здесь, знаете, такая новогодняя тематика. Она, по-моему, то ли 99, то ли 199. Я забыла, и чека у меня, к сожалению, нет. По-моему, 99. В общем, тоже фирма «Снежное кружево». Кружка новогодняя. Я взяла себе, не на подарок, ничего. Здесь объем 600 миллилитров. Я люблю пить чай просто огромными кружками. У меня сейчас тоже какая-то из фикс-прайс, но там 400, по-моему, 50 или 460 миллилитров. А здесь 600, представляете? Она идет матовая, что мне очень понравилось. Такая уютная, новогодняя, представляете, такими холодными зимними вечерами закутаться в пледик и пить из нее чаечек, тепленький, или молочко горячее. И здесь нарисован такой подарочек. Как на подарок можно, конечно же, подарить. Ну, я взяла чисто для себя, были синие, но я выбрала белую я выбрала. Вот не помню цену, но, по-моему, 99 рублей. Очень крутая. Очень, мне нравится. Я немножко, кстати, сменила ракурс, как вы видите. И я сейчас просто какой-то один товар показываю. Не как раньше снимала, чтобы было видно все. Пишите, как было удобнее, как лучше было смотреть. Есть там еще разные всякие другие кружки. Как в прошлом году были, знаете, такие здесь ложечка вставлена. Но я тут объем меня просто покорил. Я люблю пить чай прям вот большими кружками. Я очень люблю пить чай. Поэтому вот. Далее вот такая классная декоративная тарелочка для аксессуаров и ювелирных украшений. Есть такая тарелочка с кактусом и есть такая тарелочка с фламинго. Я взяла только с ананасом, но потому что ананас я люблю больше всего. Если выбирать между фламинго, кактусами, ананасами, я люблю все это, но ананас я люблю больше всего. Не знаю, поставлю на фон, на туалетный столик. У меня есть подобная тарелочка, не с фикс прайса, а с Галамарта, с кошечкой. Ну, прелестно смотрится. По-моему, кактусы идут на черной тарелочке, а кто? А фламинго, по-моему, на белой тарелочке. Вот такой вот он, золотой ананас. Ну, просто фикс прайс завалила новинками. Просто супер, классно, да? Тарелочка. Дальше я не смогла пройти мимо вот таких вот наушников. Вообще написано, что это наушники женские. Ну, мне кажется, это наушники больше детские, наверное. Они были одни единственные, и тут вот немножко кривое вот эта вот фигня, как это ухо называется. Но все равно взяла, 199 рублей они стоили, посмотрите, как классно они переливаются. Белые были одни, и вторые были черные. Мне черные не очень понравились, а вот белые классные. Ну, я для дочки, естественно, взяла, не для себя. Даже, смотрите, сама вот эта этикеточка в форме кошачьей головы. Кстати, делают в Химках, в Московской области. Ну, кстати, в фикс-прайсе многое, да, по-моему, делают в Химках, если я не ошибаюсь. И еще, по-моему, я у кого-то в обзорах видела такие наушники сиреневого цвета. Тоже красивые. Но сиреневых у нас, к сожалению, не было, поэтому я взяла беленькие. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. А я померила. Вот, кстати, одно ухо отваливается. Очень они давят на уши, прям больно. Хотя, вроде бы, вот тут они мягкие, но все равно как-то, может быть, потому что у меня голова большая, естественно. Ева померила, вроде сказала нормально. Ну, и, конечно же, я не ушла без блокнотов. Многие мне писали, что появились новые блокноты со сквишами или со сквиши. Как правильно, я не знаю. И я, конечно же, их купила. Мне удалось взять всего лишь два. Там еще был третий вид с яичницы, но мне как-то он не понравился. Еще лежал какой-то розовый блокнот. Но, к сожалению, там не было вот этой игрушки. Ее кто-то слямзил, так я понимаю, кто-то оторвал. И я только дома заметила, что у меня вот это-то тоже тут почти оторвано. Видимо, кто-то пытался оторвать. Вот вы посмотрите. Не, ну что за люди-то? Там отдельно продаются разные сквиши. Много появилось, да? В форме авокадо, там какие-то морские коньки. Ну, там, короче, много разных сквиши. 51 или 55 рублей. Ну, что так сложно купить? Нет, надо оторвать и испортить блокнот. Ну, как так? В общем, я выбрала два таких. Кстати, арбуз, хотела сказать. Дельфин, он такой более плотный.
А вот эта кошка или сова, сова, наверное, она такая прям вот сквиши-сквиши, мягкая-мягкая. Цена у них 199 рублей. Ну, конечно, задумка интересная, но мне кажется, это совсем-совсем непрактично. Но очень мило. Ну и вообще, что за дельфин-единорог, я не поняла. Прикольные. Вот эта расцветочка такая веселенькая, хорошенькая. Внутри они, значит, у нас идут в клеточку. Есть у них эта штука. Закладка. Эта штука, закладка. 199 рублей. Фирма Хупердупер, 96 листов. Такая вот клетка светло-светло-синяя. И что они у нас? Они у нас прошиты или нет? Сейчас посмотрим. Да, блокноты прошиты, и это очень круто, что они прошиты. Ну, потому что, когда проклеены, они как-то быстрее, да, теряют свою форму. Ну, не форму, а свою пригодность, так сказать. Они быстрее рвутся, листы отрываются, здесь все прошито. Ну, в общем, как-то так. Вот у меня практически сова оторвана. Я не знаю, подклеить ее или уже оторвать. В общем-то, свою коллекцию я пополнила двумя вот такими блокнотиками по 199 рублей. Я считаю, что, в принципе, недорого, потому что, ну, они такие интересные, забавные. Я думаю, да, больше деткам понравится. Но у меня Ева заценила, конечно. Возможно, если я увижу какие-то с другими сквишами, я, может быть, еще что-то куплю. Но вот с яичницей мне не очень понравился, не знаю почему. В принципе, как бы все, вот это были все мои покупочки из магазина Fix Price. Не помню, сколько я потратила, 1300, по-моему, потому что много товаров по 199 рублей. Но я, в общем-то, очень довольна своим заходом. Для меня тут все новинки, кроме книги, батареек и альбома. Остальное все очень классно и интересно. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новое видео, новый обзор, новые покупки, новые болталки и многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!